Геккон на охоте. Съел муху. Интересно, почему они их не боятся? Муха прям к нему ползла. Он еще сзади ползет. Насекомое. Прям лапа ему уперлась, представляешь? Так ползает. Оп, съел. Полно еды для них. Такие вот геккончики. Оп, съел. Эта особь находится на потолке в темноте, поэтому, конечно, качество съемки не очень хорошее. На потолке они держатся благодаря сотням тысяч ворсинок, которые удерживают их в таком положении.